Итак, главные сегодня итоги пока предварительные единого дня голосования. В 80 из 85 регионов России накануне кого-то выбирали. Губернаторов, мэров, депутатов разных уровней. Центр избиркома нужно еще несколько дней, чтобы объявить окончательные результаты. Но вряд ли цифры изменятся значительно. Кто, где и с каким результатом победил, скоро расскажем подробно. Сама избирательная кампания прошла на достойном уровне. Это оценка Владимира Путина. Находясь в Приморском крае, он поблагодарил избирателей за активность, а тем, кого они поддержали, напомнил об ответственности, которую налагает эта поддержка. Хочу от вашего имени поблагодарить избирателей России за активное участие в этой избирательной кампании, за проявление своей гражданской позиции в некоторых регионах, в том числе и здесь, на Дальнем Востоке. Еще предстоит второй тур, абсолютно нормальное явление, нормальное дело. И уверен, что и этот этап будет завершен в ближайшее время. В целом избирательная кампания прошла у нас достойно, с высокой достаточно явкой избирателей, организованно, с минимальными нарушениями. Никаких серьезных нарушений до сих пор не зафиксировано. Но наверняка шероховатости какие-то были. С этим, безусловно, нужно разбираться и будем это делать. Но как в таких случаях принято говорить, и я скажу это с полным основанием, для вновь избранных руководителей регионов, для депутатов, это, конечно, опять такой серьезный шаг в жизни, в карьере, и это, конечно, ресурс доверия от наших граждан на развитие регионов, муниципалитетов, страны в целом. Хочу вам всем пожелать удачи.